Собрались вместе и занялись благими делами. В клубе села Уржумской Ульяновской области сельчане почтенного возраста организовали пункт сбора гуманитарной помощи. Активные бабушки в перерывах между пением, физкультурой и рукоделием занимаются сборами средств на гостинцы для российских военных. Специально ко Дню защитника Отечества они накопили более 50 тысяч рублей. На эти деньги купили подарки. Немножко купили вот чай, сгущенку, носки, а остальные денежки отдадим им сегодня, потому что пришла заявка от ребят из 31-й бригады, что им нужны наборы ключей для ремонта техники. Поэтому эти денежки решили не расходовать на что, а вот именно целенаправленно. Все эти неравнодушные люди – деятели территориального общественного самоуправления. ТОС Уржумской не первый раз помогает российским военным. Женщины связали более 140 пар носков и докупили фабричных, чтобы всем хватило. Бережно сложили в коробки вместе с нижним бельем и передали ребятам на фронт. Навестили сельчан и ветераны боевых действий, встретили гостей с песнями. Подполковник в отставке Марс Саяпов пообщался с творческими заботливыми общественниками. Марс знает, что армия обеспечена всем необходимым, но маленькие радости помогают поддержать боевой дух. Государство в основном все делает там, одевает, обувает, вооружает. Да? Мы вот этими поездками, письма, посылки – это моральная, психологическая поддержка наших солдат и офицеров. Актив ТОСа «Уржумская» планирует и дальше помогать военным. Мастерицы хотят научиться плести маскировочные сетки и делать блиндажные свечи. Виктория Чиркова, Анатолий Рассохин. Улправда ТВ.